Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вот такой вот коротенький выпуск с такой вот с небольшой новостью, короче, объявлением. Объявление, конечно, немного грустное, дело в том, что прохождение игры Red Dead Redemption 2 откладывается на неопределенное время. Дело в том, что эта игра очень много места занимает. Мне тут порекомендовали поиграть в игру Detroit стать человеком. Это, во-первых, Red Dead Redemption 2 мне понравилось не очень-то сильно на самом деле. Может быть, я так же, как и Куплинов, не понимаю этого реализма и всего такого. Но и чтобы скачать эту игру про Detroit, мне понадобилось удалить Red Dead Redemption 2, потому что и в противном случае у меня не хватает на компьютере места. У меня помимо Red Dead Redemption 2 еще же игры многовесящие были. И так далее. Поэтому я заменил RDR 2 на Detroit Become Human. Так что, дорогие друзья, вот так вот. Не расстраивайтесь, я когда пройду Detroit на канале до конца. Надеюсь, что это не займет слишком много времени. Red Dead Redemption 2 вернется только после этого. Да и к тому же у меня недостаточно мощный компьютер, чтобы я мог, чтобы у меня была возможность пройти Red Dead Redemption 2 до конца. Даже на самых минимальных настройках все тормозит. Поэтому такие вот дела. Вряд ли я смогу пройти ее до конца на своем компьютере. Смотрите, у других летсплееров прохождение этой игры и все такое. У них гораздо лучше, чем у меня. Так что завтра ждите Detroit видео. А сегодня будет еще видео по GTA 5. Ну а на этом все. Всем спасибо за такое. За такой короткий просмотр. С вас лайкос, подписус, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мои запасные каналы и группу ВКонтакте. Пока.